партии. Можно, да? Вопросы. Уважаемый Константин Константинович, вы сейчас вы... Микрофон уйди. У меня вот такой вопрос. То есть сейчас мы тут хорошо услышали, что в основном бюджет распределяется по городу, вы сказали, местным сообществом. Поэтому хотелось бы уточнить, кем все-таки утверждается бюджет города, то есть по распределению бюджета по городу Зареновскому? Распределяется он, конечно, местным сообществом. Утверждается. Так, подождите, местным сообществом или собранием местного сообщества? На собрании местного сообщества. Вы понимаете разницу местное сообщество и собрание местного сообщества? Вы мне законы хотите искать? Нет, я просто хочу узнать, возможно, я что-то недопонимаю. Собрание, исход. В чем собрание местного сообщества? Конечно. Хорошо, сколько у нас в городе должно быть членов собрания местного сообщества? Согласно, в общем-то, тем положениям, которые разработаны по нашему городу. Но вообще у нас положено быть 40 человек. От 35 до 40. Ну, если брать выступление Кричущенкова и Ирины Александровны, которая была в это время активом, 41 человек. В данном случае у нас сколько членов собрания местного сообщества? На сегодняшний день 22 человека. А почему у нас 22 человека решают вместо 41? Ну, потому что это больше половины. И, по-моему, это закон. Вы, если считаете, что это не закон, ну, давайте, напишите заявление, мы рассмотрим. Ну, я писала заявление, мне заставили его собрать. Поэтому вот тут я вас хочу узнать, почему... Надо писать на тех, кто вас заставил его собрать. Нет, я хочу выяснить, возможно, я не права. Поэтому я вот здесь, на жителя города Зырьяновска. Хотела бы узнать, почему вы вместо 41 человека дали право решать вопрос 22 человека? Они даже не составляют 2/3. Почему? Ильфа Дэн, почему мы дали? Общество дало, закон дали. Нет. Вы же сказали, вы можете быть неправыми, вы неправы. Нет, я вам говорю то, что должно на собрании членов местного сообщества должно быть 41 человек. Это члены выбираются самими жителями города Зырьяновска. Жители, не знаю, я там, конечно, не знала, когда это все проводилось, я не в курсе это было, но тем не менее, каким-то образом люди были эти избраны, 41 человек. Вот. Если люди уходили, то они должны быть переизбраны. Поэтому почему вместо 41 человека решает вопрос 22 человека? Я правильно поняла, что это потому, что больше половины. Большинством голосов. Кворум 2/3, ладно. То есть на этот вопрос я уже слышала, мне этого достаточно.